перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово. Здорово, здорово. Пацаны, сейчас вы здесь собрались неспроста. Сейчас я подожду, пока народ подтянется. Подожду, пока народ подтянется. Здорово, здорово. Так. Подтягиваемся. Андрон, что перепуганный? Не перепуганный. Сейчас, короче, знаете, что будет? Сейчас я в прямом эфире. Выберу рандомно любого участника. И если этот участник будет из Москвы, если он безработный, если этот человек нуждается в деньгах, то мы с вами... Так, сейчас народ еще больше потянулся. Давайте еще подожду. Итак, заново. Сейчас просто уже почти 100 человек. Заново объясняю. Сейчас я рандомно среди вас выбираю участника. Если этот участник из Москвы, если он нуждается в деньгах, если он безработный, и желательно, очень желательно, если его зовут Паша, то... мы возьмем его на Папанский Версус. Еще раз повторяю. Если вы из Москвы, если вы безработный, если вы нуждаетесь в деньгах, хотите участвовать в Папанском Версусе, и желательно вас зовут Паша, то мы вас возьмем в Папанский Версус. Так. Сейчас посмотрим. Так. Подключение. Это первый участник у нас. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А вас как зовут? Павел. Павел, вы где живете, в каком городе? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Ну, мне надо, чтобы вы жили в Москве. Мне кажется, вы... Я в Москве нахожусь. А, в Москве. Я из Москвы. Мне послышал, что вы в Санкт-Петербурге. Я из Москвы. Из Москвы, ясно. Павел, ну, в общем, у нас тут Папанский Версус, и нам нужен участник, который нуждается в деньгах. Но я думаю, вы успешно работаете, и вам это не надо. Я нуждаюсь в деньгах. Нуждаетесь? Да. Очень сильно? Я последний, я нуждаюсь в больших деньгах. В огромных деньгах? Ну, хороших. Хороших. Ну, вы безработный, да, примерно? Да, я не работаю. Да, вы не работаете? У нас просто были сварщики, грузчики. Не работаю, нет. А вы по профессии кто? Техник. Техник. Слушай, ну сварщик-грузчик у нас был, теперь техник, да, значит. Я даже не знаю, пацаны, что вы скажете? Вот, стоит ли Пашу Техник подтягивать в шоу «Папанский Версус»? Букмекеры против папанов, дать ему денег на ставочку, чтобы он ебанул на нормальный коэффициент. Паш, смотри, какая ситуация. А у нас «Папанский Версус», ты даешь ставку, делаешь ставку на мои деньги, на 10 тысяч рублей. На предстоящие матчи Лиги Чемпионов, который будет на следующей неделе. Ты не спишь, нет? Нет. А покажи глаза, мне кажется, ты спишь, храпишь. А, не, все нормально, да. Так, и в общем... Мне нужны деньги. Бабки нужны, да, нормальные? Да. Смотри, Паш, значит, 10 тысяч рублей даю, выбираешь коэффициент. Знаешь, какой коэффициент? Да. Отлично. 1,5, 2, 3, 5, 10. Да мне похуй, ёпта. Мне тоже до пизды. Делаешь ставку, если угадываешь, забираешь все бабки. Если нет, мы тебя яйцами будем закидывать. Да и... Паш, ты подзавис что-то, Паш. Да-да, еще раз, я просто не расслышал. Что, похуй? Да, мне похуй. Вообще, совершенно, да? Да мне вообще хуй, я хуй клал. Давай лаве. Лаве?
Бля, слушай, а ты что так борзо разговариваешь? Что, в Москве вы там блатные? Потому что я приехал, ёпта, из города на реке. Какого города? Не скажу. Мне кажется, ты что-то борзо разговариваешь. Ты где вообще находишься? Я тебя сейчас найду. Я нахожусь в машине. В машине? Тут передо мной, да. тут передо мной много машин. Так, сейчас я посмотрю. Что-то, блядь, мне кажется, хуйня какая-то нездоровая, явно. Ну-ка, открывай что дверь. Это? Дверь открывай. Это что за хуйня? Эй! Мне кажется, сильно выебал. Думал, что не пойдем. Я прошу прощения. Так, пацаны, Паша в ближайшем выпуске на YouTube-канале «Железная ставка» уже завтра вечером, либо в воскресенье, не знаю, как пойдет, будет участвовать в попанской версии. Эшкере! Эшкере! И будет бомбить Буков. Буков будет бомбить. Будет делать ставки на Лигу чемпионов, если выиграет, выиграет. Проиграет, съедаем его яйца. Я уверен, что я выиграю. Я уверен, что я выиграю. Уверен? Да. Я был на программе, уверен, что я выиграю. Не послушайте. Или ебаник, расскажите. Все, отлично. Значит, по рукам. Все, в багажник. По рукам. Все, в багажник, нахуй, вылез, с получным делом. Ебаться, не сраться.